Рано-рано утром, когда еще многие спали, группа сотоварищей вышла в море, чтобы на транспортах, катере, автомобиле, вездеходе добраться до речки Ток, что находится на севере Нашазейского района. Вот впереди первый пункт, где мы заканчиваем поездку на катере, это поселок Горный. Владимир Васильевич Ломакин, начальник экспедиции. Александр Дашкевич, духовный руководитель этой экспедиции. Николай Абаимов, почти Лукиткан. Не просто члены, Иннокентий Бянкин. Роман Ломакин и Владимир Кузьменко. А это вся группа в сборе. Здесь мы перегружаемся на автомобиль «Урал». К нам еще присоединяются два наших товарища с Бамнака. И мы двинемся дальше. Перекусить перед дорогой тоже нужно. Это первая, наверное, основная база строителей БСК, которые оставили до будущих времен еще емкости, которые еще в настоящее время не растащили. Это идет следующая перегрузка. Опять меняем лошадей. Перегружаем вещи в вездеход. Вечером мы добрались до Якутии. Нам нужно сходить в Якутию, вернуться и попасть на речку Чапа, чтобы по ней добраться до Тока. Дорога еще впереди. Дорога – это просто сказано. На самом деле, здесь направление страшно разбитое, страшно размытое ливнями и водами. Но все же направление то, куда нам необходимо ехать. Вот так вот не едет.
не всегда получается хорошо ехать. Вот один из вездеходов и разулся прямо в ключе. Понадобилась помощь второго вездехода, чтобы вытащить эти тяжелые гуски и опять обуться, чтобы продолжить путь дальше. Ох, тяжелая работа, гуска. Хорошо, когда народу много. Вот так. Один только сидит. Командует Васильевич. Вот так дружно работает бригада. И в итоге вездеход обувается и путь продолжается. Обувается вездеход. Чем ближе цель, тем становится непроходимой тайга. Сланник с пошлым ковром застелил землю, и нам приходится с трудом пробиваться. Хорошо, есть такой проводник Александр Дашкевич, который четко указывает путь. Ломая деревья, или вернее пригибая сланник, мы движемся к заветной цели. В последнем этапе пути пробираешься в густой сланник, мы преодолели не одну кусочку, пока наконец-то не спустились к долгожданному ключу, который привел нас к речке Чапа. Вот она, долгожданная Чапа, где мы сможем наконец-то надуть лодки и начать сплав, к которому мы так стремились.
Вот начались первые прелести спуска, первые перекаты, ну и, естественно, первые проколы лодок, их первые ремонты. Итого на спуске было полчаса спуска, часть клеить, пока мы не наловчились нормально проходить перекаты. Дима, ты разговариваешь? Давай! Иди, не улыбайся, блядь! Побоялись ребята спускаться, а мы с Романом прошли. Привет. Ой, водопадик красивый. Скорость у нас километр в час. Ага. Слышишь? Я слышу. Скорость километр в час и скорость порыва лодок дырка в час. Ага. Эх, водопад хороший. Это перекат Дашкевича. Здесь он вывалился из лодки. А Ломакин без весел поплыл туда. Красивые места, когда лупит об скалы с дуру. Вот после купания Сан Саныч соорудил новый агрегат, потому что дна уже у него нету. Теперь у него получился РАФ, называется. На места красивейшие. Как Кузьменко сказал, раз рыбы нет, будем любоваться природой. Да. Вот народ вот. Пищу принимает, видишь. Собрался? Даже это... После очередного купания. Даже без алкоголя. Только чай. Здесь в Таймене, говорит, не водится от Дашкевича. Очередной перекат. После Сашкиного погружения в воду уже никто не рискует заходить в такие буруны. Поэтому... принято другое решение. Спустить лодки. Рисковать больше никто не хочет. Перекат серьезный. Бой в стену. Только смертники могут здесь сделать. Ну вот и ребята несутся на шеверах. Качается лодочка. Красота. Дима,
жили, знаешь что? Поймали. Это чей? Мешочек? Зеленый мешочек? Давай потеряли. Сейчас посмотрим. Новая поездка и новые бабочки. На бабочек. Как всегда. Ой-ой-ой. Вон сколько, мама родная. Да, народ накупался, наплавался на этих перекатах. Вон народ пошел бабочек шугать. Ну, посмотрим, что тут. Ой-ой-ой. Вот еще. Одна остановка на речке Ток. Нам плыть сейчас туда. Осталось еще километров 55. Наша ночевка. Надеюсь, завтра мы будем начинать. Или... в Ломаке. О, Ломакин ездит экипированный. Как с зимой рюкзак был, так и остался. Так и остался с рукавицами зимними. Перекатики гудят. Привет! Привет! Куда плывет? Вниз, вниз как кака! Лакочка, лодочка, поток устеречен. Да что с ним? На солнце? Ну. Вот как китайцы гребут, да, вот так, у них слово такое, вот он сидит вот так. Эх, какие сопки, сопки, сопки. Компанию честную. Как мы сплавлялись по току. Мне хорошо видно? Ну по этому улову можно подумать, мы по хорошей речке плывем. Конечно, красота. Это сопки, я без тебя поснимаю, ты нас поснимай. А он, оно гибкое. Так, Ром, ты посмотри в объектив такой. Хоть и запечатлеешь, что ты живой. А как это для трубы плавает? Мышцы такие. Мышцы, блядь. Вон каменный берез. Вон какая впереди скала, давай пора убирать. Море бушует, море волнуется раз, море волнуется два. Эх, какие красивые. Ну-ка, разворачиваться не будем, конечно. Ну что, впереди надо выворачивать нам. Запотело, что ли? Ох, красиво. Вышли на места красивые, тихие. Вон ребята догоняют. Ава! Говнюк. Кто знает. Вон он нырнул. Мужики, оставьте гусей в покое, а? Чего пугаете рыб, птичек? Ага. О, наш день, ничего себе.
Вот речка стала поспокойней и намного, аж стало скучно. Да, как уган на нее еще влился, она стала намного просторней. Единственное, там одна радость, может, скала, да, может, там перекат будет, хоть веселее будет плыть. Перекат уже радость. Да, уже радость пошла. Вот две лодки пытаются нас догнать. Устал. Лежит, балдеет. Ловакин работает. Красиво. Место. Думали, больше не встретим здесь красивых. Но попалось. Ребята подходят к нему. Ну, сейчас их подхватит струйкой. Вот, пошли краешком. Путь домой всегда скучен. Так хочется вроде еще покачаться на шеверах, так еще отгребаться от прижимов, чтоб не попасть на скалу. Но, увы, все когда-то заканчивается. Заканчивается это путешествие. Но мы надеемся, что оно будет не последним, и нам еще удастся побывать на речке Ток, и не только спуститься, но и порыбачить.
Васильевич, ты где? Ломакин. Прибыли. Ну и слава богу. We'll be right back.